О том, как трудно передвигаться по городу людям с ограниченными возможностями, Александр Шелухин знает не понаслышке. У молодого человека с раннего детства проблемы со зрением. Воспользоваться маршрутным такси, особенно в часы пик, очень сложно. Тяжело рассмотреть, куда наступать и за что ухватиться в переполненном автобусе. Сейчас у Александра и других темиртауских инвалидов появилась возможность ездить на такси бесплатно. Александр Шелухин – один из первых, кто воспользовался этой услугой. Вообще проблема с транспортом у меня существует такая небольшая, да? Есть такое, как бы. Сейчас я очень рад, что появился для нас транспорт. Я смогу также спокойно доехать и до тренировок, чтобы не ехать как-то в автобусе что-то где-то. Смогу спокойно доехать до своей учебы, например. Бесплатное такси для людей с ограниченными возможностями в Темиртау действует недавно. Но уже сегодня работники общества инвалидов по зрению БАРС помогли многим. В больницу, на тренировку, на учебу – это не важно. Позвонив диспетчеру, вас с радостью обслужат. Во сколько забрать? 9:00. Откуда? У нашей организации Общественное объединение инвалидов по зрению БАРС сейчас появилась возможность в этом году заниматься перевозкой детей-инвалидов и инвалидов-молодежи до 24 лет в основном. Ну и инвалидов, конечно, первой группы, имеющие ограничения. Но в основном молодежь и дети, инвалиды до 24 лет. Финансовую поддержку работникам БАРС оказал общественный фонд БАТА. Благодаря ему у темиртауских инвалидов появилась возможность ездить бесплатно. Сегодня прием заявок осуществляется с 9 до 16:30. Как утверждают работники, проблем с приемом звонков возникнуть не должно, поскольку для этого работают сразу два диспетчера. Можно обращаться к нам по телефонам 90-67-27. 98-48-15. На этих телефонах с 9 до 4:30 сидит диспетчер, принимает заявки и по адресам выезжает машина и перевозит туда, куда нужно поехать.